Хей, огэ, сумишмаки, мы поиграем сегодня в игру под названием Cavemen Warriors. Cavemen Warriors. Либо просто пещерные бои. Либо типа того. Я уже немного поиграл в эту игру. В принципе, довольно такая специфическая, но здесь нету... Слетели, я понял, звуковые эти. Ага, все хорошо. Звуки послетали. Ага, хорошо, заново. Добро, поехали. Плей. Ну, как видите, я уже поиграл немного. Сразу тогда это удаляем. Yes, new game, поехали. У нас есть 4 игровых персонажа. Это Джек, Брен, Мо и Лилиана. Как можно увидеть, здесь у них боевые такие. Как они выглядят. Привязан качок, да? И Джек. Неважно, кого мы с вами выберем, потому что мы будем играть за их, за них всех. Так, ну у нас пока что дано с вами только 5 уровней. Типа комиксы, да, типа летит пришелец, увидел людей, решил захватить. Так, сразу. Ну, понятно, вот, мы можем переключаться сразу. У каждого есть свои атаки. То есть, это обычная атака. Есть сильная атака. Это она метает, типа, копьем. А дальше есть такая атака, типа, поднимает вверх. Хорошо, следующий. А это у нас, считайте, барабанчик. Его способность кидать типа бумеранга, это свои клыки. А вторая способность из ящика, блять, макаку, которая танцует. Скорее всего, она гипнотизирует врагов, либо типа того. Я еще не пробовал. Дальше это телочка. У нее есть сильные атаки, да, типа мощность, скорее всего, подбрасывать. И вторая, это довольно прикольная, то есть защита. Как вы видите, у всех разное количество хп, только я что заметил. Дальше Джек, топор, метание топора. И он танкует. Типа... Не успел показать. Видели, кор? Что за фигня? Начну захлебываться, что ли. Видели? Блин, а что за херня? Что-то видка, что ли? Напухло, не пойму. Ладно, короче. Там, где у нас... Ну, можно, в принципе, видеть под нами. Куски мяса. Есть два вида прыжка. Обычный и высокий. Типа, когда мы смотрим вверх. Ну, это, типа, очки обычные, либо то же самое, как килки. Это ускоренный прыжок. Про мясо. Мясо, ребята, это, считайте, наше... С вами это... Контишки. Ну, контишки, если можно пополнять, для того, чтобы их пополнить, нам нужно... Всего лишь найти еще один костер. Ну, это супер атаки. Это типа кидает в нас мясом. Ну, мы можем тоже кидаться. Как вы видите, все со временем у нас пропадает, поэтому нужно заранее все собирать.
Здесь пишется, что наша стамина, то есть стимика, да, заканчивается, и типа мы намного слабее. Ну и да, и мы не умеем плавать. Тихо. Я делаю высокий прыжок, потому что более безопасный. Быстро очень пропадают все эти бонусы. Я не хочу, чтобы меня клоцали, поэтому нахер оно надо. Слишком много забирает хп. Дальше мы можем еще метать с вами вот копье, да, вот показано. Это комбинация, типа, способности ее. Вот, костер. Мы пополнили хпшку. Теперь у нас оно типа восстановилось, но все равно будет тратиться. Поэтому лучше не сдыхать. Шахта, знаете, мне быстрее похожа на Марио чем-то. Ух, тихо. Они у нас, в принципе, отнимают много, и водичка тоже намного больше отнимает, чем они, поэтому лучше в воду не падать. Поэтому лучше в воду не падать. Следующие враги, типа цветы вот эти ядовитые. На их харчки лучше не наступать. Я хочу жить. Ай. Как вы видите, они один раз атаковали и убегают после этого. Ну, не знаю такое. Тоже гигант убивается всего лишь с каких-то двух атак. Довольно много наносит. Согласитесь. Да, вот. И мы сдохли. Изи. И мы появляемся около где? Костра, правильно. И все заново. И все заново. Пиздец. Вот они много носят. Уровень сложности здесь нельзя выбрать. Поэтому здесь, я говорю, нужно хп, я не знаю, беречь, как зеница ока. Блять. Ладно, успел. Так, здесь я, короче, изучил, что легче взять эту девчонку, потому что она, типа, блокирует все снаряды вражеские. Она лучше тем, что у нее дальше атаки наносят. Тихо. А нет, три нужно тычки. Все-таки нужно три тычки. Тихо, тихо. Оп. Если что, я доходил до первого босса, я его убил уже. Ну за что? Блин, все равно не привыкаю. Успел. Это просто очки. Фу, мясо. Все, наши куски восстановлены, наши контейнерки восстановлены. А, да, еще может им прыгать на голову, как на Марио. Или как в Марио. Как на Марио. Так, берем.
Ну, здесь на самом деле желать... А хотя нет, не здесь. Еще можно вверх атаковать, но это такое. Тихо. Тихо. Так. Оп. Готово. Надеюсь, разрывов экрана не будет. И думаю... Ой, все. Тихо. Ага, ты так не достаешь. Вот я достану. Нет. Беда. Ладно, коньки. Так, вот здесь начинается вот немного жопа боль именно по локации. Ай. Ну, на самом деле... Не вижу смысла. Бля... Бляха-муха. Ладно, босс очень легкий, если быть этим персонажем. Чисто благодаря нашему этому спеллу. Так, все, убегаем. Блокируем. И все. И сильно делаем. Отходим. Делаем блок. Ай-яй. Готово. Все. О, что-то выпало. Раньше этого не упадало. И все, вот так как-то это проходится дело. Я думаю, давайте, как обычно, по одной серии, да? Последний контакт. Или first. Ну да, последний контакт. Или первый контакт. И на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Всем пока.